Моим ручкам хорошо, все, билетики я все брала. Вы глядите, как там. Я была, кстати, ребятушки, вот в этом ресторане. И мы были даже внизу. Вы понимаете, мы видели, мы как бы под водой сидели. Вот в этом ресторане там под водой сидишь, прикиньте. Да-да, вот так вот. Смотрите, что я вам покажу. Вот она жизнь. Зарождается, да, видите? Даже здесь. Вот так масенько растет. Жалко его, конечно, но чего? Вырос. Дай Бог тебе здоровья и долгой жизни. Вот, тут, вы видите, у нас был как бы остатки вот их этого цемента. Их не знаю кого, их будем называть их. Можно это и использовать, знаете. Потому что это как бы, как it, да? Он, да? Как оно, да? Посмотрите, вот эти чайки тут сидят. На совещании, блин. Тын-тын-тын-тын. Посовещаемся, ребята. Что сегодня будем есть? Какой ресторан пойдем, да? Вот, я сейчас хотела вам дырки поизучать. Вы посмотрите, какие тоже интересные. Я таких еще не видела. Вот, посмотрите. Знаете, по дыркам я уже скоро диссертацию напишу. Но если бы только там, не знаю, если бы меня там приняли, там историки, например, они бы меня не приняли, естественно. Но то, что у них же есть объяснение. Но все-таки количество дырок, которые я рассмотрела, они точно не рассматривали. Понимаете? У меня более материал уже по дыркам, чем у настоящих историков. Вот. А тут вообще такое чувство, что она сама по себе как-то держится. И вот она вообще не должна. Посмотрите, они как каждая сама по себе себя держит. Арка, ребята, вогнутая. Вот так, это новый вид арки. Арка вогнутая. Посмотрите, тут уже вот эти проходики удивительные, да, маленькие? Удивительные, видите? Так. Хочу вам показать сейчас полуарку. Ладно, покажу вам, а то я тут никогда не уйду, буду стоять. Видите, арка какая, кстати? Тоже какая-то ниоткуда, да? Просто, видите? Не понимаю, все равно, с другой стороны, что идти куда-то, чтобы просто вот быстро пройти. Как бы, мол, отметился, я был тут. Ну, вот наша лестница, прикиньте, да, вот так вот бедные сеньоры там. По ней, кстати, тоже арка какая-то, не куда-то идет. Ну, ладно, все, давайте мы тоже будем двигаться. Я тут вам все, потому что мы-то уже спецы в этом во всем. Как бы... Ой, это наш трилистник. Посмотрите, как он сделан. Как... Отсюда кажется уже как цветок. Поглядите. Вот это и говорится, что все растет. Посмотрите, это доказательство того, что оно все, видите, как-то делится, растет. Даже вот это вот двойные, вот эти вот зубцы, я вам уже говорила, свидетельствует о том, что как деление идет. Ну, у нас в нашей реальности, к сожалению, все идет код вот такой, 1, 2, там потом 4 и так далее, и так далее. Такой самый, ну, может быть, простейший, но, извините меня, не такой уж и простейший. Мы тоже не такие уж простенькие, знаете. Смотрите в нашей реальности, какие строения, извините. Опять же, посмотрите, тоже лестница куда-то в никуда, да? Кривые стены. Ой, запах какой, ребятушки, просто. И вот зачем вот просто вот панели нужно было вот так вот мрамором, да? Вот, посмотрите, посмотрите. И тут ведь не было вот этого вот, понимаете? Тут ведь не было вот этого вот, вот этого серого. Тут была пропасть. Зачем вот так сюда? Вот пропасть тут же. И вот это вот все, дорожки вот эти вот. Зачем? Потом арочки делать. Зачем это все? Для кого? Для чего? И тут тоже, посмотрите, да, как обрезано, да? Посмотрите.
Тут такая аккуратненькая дырочка. Но неровная тоже. И все мрамором, видите, все мрамором, но вы должны понимать, что, что тут не было забора этого зеленого, да? Ой, зеленого, серого. Смотрите там. Видите, от голубей нет, потому что они все равно все обосрали, видите? Вот шипы наши. Тут, как обычно, посмотрите, слоеные окна. Слоеные окна. Тут вообще ничего вместе, да? Смотрите. Там вообще, кстати. Паутины все тут влепили. Может, паутины тоже как-то участвуют во всем этом. Это же все равно паутина, это же как бы и клей, и все. Перкос от дивизии, да. Опять дырочка тут, посмотрите. Папа! Смотрите, как она. Посмотрите, как неровно все. Посмотрите. Неровно. И вот это надо было мрамором все, посмотрите, да? Вложить всем мрамором, кстати. Тут все неровно, ребятушки, просто. Вот я вам специально показываю вот это мелочи, маленькие, да, но какие они сложные, понимаете, это все усложняет, то есть... Если это наши строили, это все усложняет. И потом, здесь даже не было, видите, здесь поставили наши. Здесь даже не было ничего. Здесь просто пропасть, понимаете? Это сейчас здесь эти леса, видите? Это наша кривая, абсолютно кривая штука. Абсолютно кривая. И вот видите, как тоже лучами все идет туда. Видите, этот дом, это тоже стена. Посмотрите, видите, она явно так по диагонали идет, вниз спускается. Это вот арка тоже вообще, да, ну просто шикарная. Просто арка вовнутрь, это вообще. Так, тут все неровно, неровно. Посмотрите, посмотрим, как тут у нас расположены эти. Любит тоже животных. Молодец. Видите, как тут жарко. Не полная. Тут завалила ее этой стеной. Видите, задвинула. Все двигается, ребятушки, видите? Ой, эти хорошенькие там сидит. Смотрите, целый кусок мрамора торчит, да? Видите? Смотрите. Ребятушки, знаете, я боюсь просто, в смысле, я ничего, я это просто говорю, что я просто переживаю, что я в такое классное место, в которое так далеко, так сложно добраться, я поехала, блин. Видите, это для летающих каких-то сущностей. Ой, там лебеди масиковые, посмотрите. Ой, ты сладенький. Это для летающих какие-то сущности, потому что просто везде дыры. То есть они где-то как голуби, видите, голубь сидит, а жердочки, ему главное жердочка была. А здесь вот у них вот такая жердочка, блин. Понимаете, вот на этой такой огромной жердочке какое-то огромное тут должно было сидеть.
А тут им, они тут спокойно летали, им не нужно было, чтобы было это, понимаете? Вот, они просто смотрели спокойно, таким, знаете, наглым, спокойным взглядом, как здесь все строилось. Вы посмотрите, какая прелесть, посмотрите. Три, да, три спускающиеся, как бы, лестницы, да, и на них шары. Это вообще просто. Один шар перекатился сюда, на середину, поглядите. Но не нравилось ему быть каким-то середнячком. Хотел он быть тоже на середине, самым главным был, хотел быть. Ой, ребятушки, вот эти вот цепления. А посмотрите здесь-то как, ну вот этот цветок вообще, посмотрите. Ну как это доказывает то, что все само вот делится, да, образуется, а что? Ну кто нормальный строитель, вот я опять обращаюсь к инженеру, теперь с моему другу Андрею Степанову, нормальный человек, инженер, он не будет вот так извращаться, понимаете, ребятушки? Ну пусть я не понимаю, моя мама, она сходу все время говорит, так не стали бы делать, вот, у меня мама тоже строитель, понимаете, вот посмотрите, как они идут, соединяются, видите, туда, в точку, то есть, видите, какой треугольник получается. Моя мама сразу скажет, так делать не станем мы, строители, вот и все. Вот ее ответ. Поэтому уж тут мне говорите, что я сумасшедшая. Смотрите, там дырка тоже какая-то, видите, которая туда идет. И вот эта арочка, ну просто прелесть. Вогнутая. Вогнутая и капсулообразная. Опять вот этот тут проход такой, видите? Слоеный пирог. Так классно, да, так вот, башня вот в этой. Ой, какой запах, ребятушки, какой запах. Вот это просто, как я обожаю вот такие вот окна, стены, окна, кирпичи. И тут подырочки, видите, которые тоже так неровно, да. И тут тоже. И тут посмотрите, как красиво рисунок виден сверху, да, посмотрите, вот этот змеиный, посмотрите. Офигеть, я тоже, это вот вроде просто рисунок, но меня он завораживает. Там можно тоже вообще такое, посмотрите вот здесь вот. Такое улететь, посмотрите здесь какой заворот. Можно начать медитировать на этот рисунок, понимаете? И вот что классно, ребятушки, что здесь озеро везде. Вот куда бы ни поставим камеру, оно будет везде. Ой, я одна осталась, что-то так жутко. И вот посмотрите, это вообще орище, что это? Сосиска такая. Нет, видите, стена есть, но почему-то пол там, видите, наверное, плохой был. Я не знаю, что там. Видите? И везде вот эти дыры, которых я еще таких не видела. Они как бы обозначены, но они как бы не дыры еще. Они такие только там зародыши дыр. Вот. Ну что, идем. Здесь, знаете, так хорошо идешь, что знаешь, что ты на крыше тут. Как бы далеко не упадешь. Вот какой белый мрамор, бело-розовый, это вообще мрамор просто. Мрамор, который делает вообще спираль, это супер мрамор. А, посмотрите, какой кирпич, да, посмотрите. Окна эти. Ой, ребятушки, ну все, обошла. Просто все неровно, видите, все неровно. Все неровно. Либо это все сдвигается, либо это, опять же, я думаю, что само было построено, поэтому как бы здесь, знаете, смотрите, вообще, да? Тут прям, чтобы вот на ровность никто не... Никто там тебя не будет там принимать за ровность.
прям все вижу, что все как съезжает, разъезжается, все неровно. Еще такой вот железный там, скоба такая железная. Видите, опять, смотрите, какая неровная, видите? Тут, кстати, видно же, да, что разъезжается в разные стороны, неровность, неровность. Ой, прелесть, прелесть, прелесть. Ну, опять это все мы уже сняли, то есть уже снова тут другое, видите, немножко пониже какая-то нишка, так, окошко, нишка, арка. Там туда идет дальше. Там тоже дырки, смотрите. Жалко, что закрыто, к сожалению. Но там все равно кирпич, ребятушки. И кирпич там прям темно такой, темный такой, красно-темный. Что такое, да, смотрите, темное, да? Видите, темное под водой. Атомная подводная лодка, да? Атомный подводный блин. Вот так вот, а здесь какой-то серый, видите, он серый. Так, уже 17 минут включаю.